Чего вам? Отпущение грехов. До завтра я не доживу. Вот здесь я творю свои великие дела. Под самой благородной вывеской. Сейчас вы все узнаете. Господин какой-то, племянницу вашу сватает. Опять мясник? Хуже. Честный человек. Она выполнит все, что вы ей прикажете. И сколько вы предложите за этот клад? Мне было важно знать, на что именно она была готова. И оказалось на все. А правда, что вас из полка выгнали? За то, что на дуэль выйти струсили? Не судите его. Если он действительно трус, то достоин снисхождения и жалости. Больно, а здесь еще больнее. Мне жаль. Когда сидишь в ней, то неизвестно, кто находится в клетке. Люди думают, что звери, а зверям кажется, что люди. У нее лихорадка. Нужно вызвать врача. Я люблю ее. Я жизнь за нее отдам. Сплетение любви. Я не могу так. У меня вот тут сердце. У меня здесь зверь. Боли. Ведьма. И ненависти. Мы выберемся из этого ада вместе. Я буду вас любить. Клетка. Как сделать, чтобы человек полюбил тебя? Просто любите деньги, и люди сами будут липнуть к вам, как мухи. Скоро в кино.